Ой, ой, какая картина. Ой, какая картина. Ну что ты шарохаешься, Мишка? Господи. Господи, честное слово. Миша, ты говорил, что тебе достаточно 2 минут для того, чтобы вспомнить творчество душевно больных. Уже прошло, ну, наверное, час уже, наверное, с этого. Две строчки выпали все. Строчки выпали. Мы переживем. Выпадение строчек. Ну, народ просит, Миша, ну. На бис. Творчество душевно больных. Да. Да. И Стругацкий. Том 3, если я не ошибаюсь. В кругу облаков высоко, чернокрылый воробей, трепеща и одиноко, парит быстро над землей. Он летит ночной порой, лунным светом освещенный, и ничем не удрученный, все он видит пред собой. Дальше две строчки выпали. Заканчивалось, и сверкая словно тень, глаза светятся как день. Я не могу тебе аплодировать, у меня аппарат в руках. Почему аплодировать? Ушами только разве что. Это не я написал. Я понимаю. Настругал так настругал. Суп, это вип-сосиска готова, налетайте. Разделим ее по-честному на каждого кусочка. Или кто-то...